Привет, друзья, с вами Оксана. Как всегда, планируем неделю вместе. Это моя предыдущая неделя, как она стала выглядеть. Очень-очень-очень мне нравится, как все выглядит, как оно все сочетается. Просто супер. Хотя, конечно, вот по поводу дел, тут вообще что-то как-то какой-то нонсенс. Дел очень мало записано и, в общем-то, и сделано тоже. Хотя не совсем, неправду говорю. Начиная с четверга, в общем, я засела за новые наклейки. Хотя наклеек-то... Как видите, не так уж много на этой неделе, но вот эти два набора, они более, так скажем, трудны в исполнении, поэтому больше времени на них ушло, поэтому вот так. И плюс еще на выходных занималась кое-чем таким классным, интересным, но это уже будет в будущем. В общем, так скажем, такой мой вклад в будущее. Пока что ничего вам не говорю. Сегодня планируем следующую неделю. Эта неделя... Тут и 23 февраля, такой мужской праздник, и наш день свадьбы. И, в общем, вот, такая неделька. Но ничего такого особенного пока что не планирую я сюда брать. Вернее, так сказать, хочу взять вот все вот эти наборы, которые, ну, остатки, так скажем, от наборов. И каким-то образом здесь это все соединить. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Приступаем! Thank you.
Вот и готова моя неделя. Получилась она очень даже интересно. Хотя декоративных элементов, может быть, здесь немножечко не хватает. Но, в общем, я решила вот так. Будет у меня вот такая вот неделька. Здесь остались еще пустые места, куда я могу что-то добавить. В принципе, такое возможно. Но, может быть, такие пустые останутся. Посмотрим, как там оно пойдет. Использовала здесь вот эти глиттерные заголовки. В принципе, они здесь не особо и нужны были, но мне очень хотелось попробовать, поэтому я решила, пусть будут. И кроме того, в принципе, на них я не планировала ничего писать, но, опять же, решила попробовать, как оно будет, если на них написать. Как видите, читается из-за того, что все-таки это такая рябая, скажем так, поверхность, на ней очень трудно это читается, поэтому в будущем это такой чисто гламурный элемент будет, без всяких надписей, то есть не обязательно что-то на них писать. Ну, в общем, и в целом получилось даже очень интересно. Когда, как говорится, вот так вот наборы остатки есть, тоже можно соединить, и будет очень даже интересно. Таким объединяющим элементом здесь был для этих наборов вот такой вот голубой цвет, он как бы, ну, не прям такой одинаковый, но, в общем, очень похожий был, как разные оттенки одного и того же, по сути. Вот этот красный с вот этим таким малиновым, может быть, они не совсем близко, ну как, не совсем сочетаются, скажем так. Но вот этот вот эта серединочка, которая такой персиковый, что ли, назвать, он, в общем, их соединил между собой, и я думаю, что, в принципе, смотрится очень даже. Кроме того, вот эти вот блоки я расположила в последнюю очередь, потому что на самом деле думала, стоит мне их включать сюда, не стоит, нужны они мне, не нужны, потому что я их пишу, они у меня как ориентиры, и это очень классно. Но зачастую какие-то дни просто я занимаюсь совершенно чем-то другим, поэтому думала, стоит мне их размещать или нет, но так как оставалось очень такое приличное количество расстояния белого, решила, что ну раз есть место, значит, пусть они будут. Кроме того, я здесь не наклеила обозначение шагов, просто потому что я сняла браслет, ну просто решила дать отдохнуть руке, потому что на самом деле кожа под браслетом, в общем, такая какая-то странная, я решила, думаю, надо немножечко кожу отдохнуть, потому что в течение долгого-долгого времени я носила, практически не снимая, вот, и думаю, ладно, похожу без него, поэтому, в общем, отслеживание шагов, соответственно, я и не наклеила. Вот, но в целом, в общем, мне очень нравится, как получилось. Такие, как говорится, элементы я эксперимента тут производила, да, что-то пробовала. Ну, в общем, очень-очень интересно получилось, мне нравится. Если вам тоже, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс, пишите свои комментарии. Мы увидимся совсем скоро. Пока-пока!